Еще раз всем привет, привет. Привет. С вами Светлана, да? Гюльбера, Гюль. Прихорошилась для фотографий. Оу, oh, ей. Yeah. Мои хорошие, Гёчдариси, Мерсини. Это недалеко от порта Лимана. Вот и мандарины, видите, или что тут, апельсины цитрусовые, так красиво, видите. Вот прямо вот туда и к морю выйдете, на берег. Ну, мы сейчас идем в офис, мне помогает одна девушка с офиса, потому что сами мы никак не могли зайти в интернет и взять рандеву в тот раз, поэтому в этот раз не рискнули, и мы в том году заплатили где-то 50 лир, и она все сама сделала. Не знаю, конечно, сейчас ее услуги прибавятся в цене, это точно, потому что все подорожало, но мы с Ашкымом решили сделать так. Это находится офис прямо рядом с Гёчдарис, посмотрите. Так, погода такая, мы разделись. Вообще, разделись, прихорошилась для фотографий. Волосы чуть-чуть стали лучше у меня. Осталось мне один раз сделать ампулу. Я купила Ивруши и на один раз ампулу осталось. И купила также краску без аммиака. И буду краситься все уже. Мои хорошие, вроде бы. Начинаю приходить в себя. Так, и вот этот офис, посмотрите, находится. Вот офис прямо возле Гёчдарис. Сирийская девушка, но она здесь замужем. Заходим внутрь. Она забрала у меня кимлик, временную прописку. Забрала паспорт заграничный. Эвлилик Джуздан. Свидетельство о браке. И сейчас мы бежим фотографироваться. И очень удобно тем, что все здесь находится рядом. Так что вот фотография нужна, и она идет это все в компьютер. Потом все расскажу вам. Оставайтесь со мной. Вот все находится рядом. Посмотрите. Это Гёчдарис. А здесь заходим в фотоателье. Вот это девушка, которая помогает мне. Мы закончили все, назначили мне на завтра рандеву во второй половине дня. Значит, какие документы нужны были? От меня заграничный паспорт, нужно было свидетельство о заключении браке, дальше, значит, турне из Нимая, и у мужа взяли все данные, он пошел, сходил, принес свою страховку, такой документ отпечатал. Эта девушка все зашла в мой девлет и необходимые справки. Я даже не знаю, что дома посмотрю, что она мне сделала. Сфотографировалась. Так, кстати, классно сфотографировали меня. И вот полчаса посидели, подождали, пока она все это оформила. Заплатили 70 лир за ее услуги. И вот сейчас пришли с Ашкамом покушать тантуни. Проголодались. Находимся напротив Джаны. Тут самое вкусное тантуни. Мерсине. Вот там вот центр, где голуби. Сколько раз я вам показывала. Все это здесь рядышком. Гёчдариси и здесь. Вот. Чуть-чуть прошли и все. Так вот, покажу сейчас тантуни вам. Спонсор моего канала — онлайн-платформа Гигос. Закончился намаз, и вот все мужчины выходят. Говорю намаз. Более намаз, обеденный намаз. Нам принесли пока вот закуску, но сейчас и Антони. Ашкын взял с хлебом, а я с лавашом.
Приятного нам аппетита. Хорошо сидеть на балкончике. Здесь они сделали ремонт. Вот так выглядит. Раньше было по-другому. Что будем кушать? Хочу показать вам мои хорошие лиман порт и набережную здесь, в этом месте. Вот такой парк, ну тут неудивительно, на всем побережье Мерсина. Парки, а вот там вот лиман. Покажу поближе. Вот наш порт. Как испортился берег от волн, говорит, волны вот до этих пор, когда был шторм. Посмотрите, люди как отдыхают. Вот море. Что творит море, когда было наводнение, видно в то время. Мерсиня, вода такая красивая, лазурная. Прям близко здесь, близко-близко. Даже сюда, в эту бухту, такой шторм был. Покажу вам вблизи эти кораблики, потому что музыка там. Не хочу, чтобы меня за нарушение авторских прав наказали. Ашким говорит, вот только в этих пределах он плавает, но это неинтересно. Вы знаете, что дальше за Мерсином, к Искалиси, кажется, там, вот туда надо поехать. Там вот именно прогулка несколько часов. А это одна из достопримечательностей Мерсина. В честь погибшим морякам во время войны с Кипром. Очень много было погибших моряков, поэтому воздвигнули такой памятник. Мои хорошие, вы меня узнали. Оу-е, рэпер-е, рэпер-е. Короче говоря, так я замерзла. Смотрите, куда мы попали. Ашкебуне. Эсим? Текне. Текне порт, не? Лиман текне, буне? Да, полегче текне, да. А, рыбацкие лодки. Здесь вот, а там дальше ресторанчики. В общем, сегодня я решила показать вам набережную и в городе. Аж как не замерз, а мне так приятно. О, как я вам. Запахло рыбкой. Сейчас покажу, как делают татуировки. Разные ребятам делают, видите? Не хочешь. Что, пошли мы дальше? Я бы не доверилась на улице. Ну, нечи, писали. Так, ну а вот это вот ресторанчики рыбные. Вкусно пахнет рыбкой. Вкусно пахнет рыбкой. Спасибо. Мы поели такие сытые, не хотим. Спасибо, спасибо. Смотрите, экмек балык, это хлеб с рыбой. 12 лир стоит. Хамса есть, леврек 30, мезгит, салат арока, салат вместе с рыбой 35, хамса, тарелка с салатом из рокой 25 лир, каламар, это осьминог 30, мидия това из мидии 25, тарелка, каридес 40, каридес эти, креветки. В общем, вот такие цены. Ой, какая прелесть.
Aşkım nasıl gençler? Ne diyorlar biliyorsun? Konuşmayı bile bilmiyor diyor. Ekmek İsmail'a. Konuşmayı bilmiyor. Rusça evet. Konuşuyor. Konuşmayı bilmiyor adam. Rusça konuşuyor. Biliyor musun? Хлеб нас. Покорми. Biliyorsun. Biliyorsun Rusça, Fransızca. My name is teacher. My name, what is your name? İngilizce söyle. What is your name? Bana söyle. My name is Cemal. Evet, bana söyle. Evet, aferin, aferin. How old are you? Ben de kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Nasıl diyorum? Ben 15. 15. 50? 50. Вот такие вот ребята познакомились. Аферин, сын, аферин. Вот надо... Видите, каждый день у меня приключения с кем-то знакомлюсь. Урин, урин, турч, инглиш же гюзель. Каждый день у меня, говорю, знакомство с кем-то. Посмотрите, как красиво. Вот так мы сейчас обошли и куда пришли. Гуляем. Решили сегодня погулять весь день. А вот мой муж там с ними разговаривает. О том, о сём. Но тоже он не такой общительный, как и я. Вернулись мы. Потому что нужно было идти и идти, идем вот по такой дороге. Смотрите, пешком сегодня со Шкевом очень много. Направо вам покажу, вот здесь армия, здесь, короче, нельзя не снимать ничего. Боюсь поворачивать даже в эту сторону. Нарисованы камеры нельзя, фотоаппарат нельзя. Увидят, сейчас приедут, меня заберут. Камеры как раз везде. Видите, как красиво. Akşamları yanıyor. Ha, это посреди маятник. Yön gösteriyor gemilere. Маятник Мерсина. Вот он. Такая ситуация сейчас произошла. Я же чуть-чуть сняла, где это аскеры, армейская дорога. Мой муж говорит, ты что, хочешь, чтобы за нами приехали сейчас? И вдруг мимо проехала. И говорит, ничего не будет, но, говорит, 2 часа или до вечера будет проверять документы все. И вдруг напротив полиция, машина. У меня сердце ушло в пятки. Поэтому аж это давление поднялось, наверное. А здесь это свадьбы там делают, а это закрытый салон. Кышын içeride, yazın dışarıda. Ve bağlı mı? И кругом стройка, вот там тоже парк будет. Мерсин строят, строят, украшают. Посмотрите, как красиво. Свадебный салон. Önerinde dur isterseniz. Сейчас меня Ашкем здесь фотографируют. Друзья мои хорошие, вот здесь вот самый первый находится плавательный бассейн. Самый-самый первый. Потом, конечно, много построили. Вот в этом здании. Ну, открывается он в летний сезон, пока еще не открыты. Когда детки заканчивают школу. Саджи язык хавос. Киркушин йопму. Вот посмотрите, видно даже там. Kapalı olanlar çok. Летний бассейн. Мои хорошие, вот здесь вот Хилтон. Чок эски? Чок эски. Это очень старая гостиница. Бу не бурада? Боулинг салон. А, боулинг салон, бильярд здесь, все. Знаете, что хотела вам показать? Вот это набережная Сахил, Башлыор, Урадан, Мезитли, Кадар. Начинается набережная до Мезитли, до нашего. Тут самая-самая первая набережная. Сейчас мой муж рассказал о своей встрече, как он тут пригласил девушку, встречался с ней. Это было очень со школьной скамьи. Вот такие воспоминания.
И все идет этот до Мезитли. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.